Всем добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Лиза. Сегодня мы будем играть турнирную арену Chess Fight Night. Пожалуйста, напишите, хорошо ли меня слышно и вообще как связь. Чуть-чуть подправить камеру. Так, ну вы напишите, в общем, как там связь, как там что. Вот. Так, ну можно попробовать съесть ДЦ. Так, взял ладьёй, и тут надо вот подумать, слон на А6 поставить, либо на Д5. Да, на Д5. Блин, зачем я дала так стэмп? Я почему-то думала, другой ладью возьмет. Так, ладно, попробуем c4 задвинуть. Не знаю, правда, что из этого выйдет, но выглядит интересно. Зачем я на c7 не поставила? Надо было на c8 ставить. Что-то я тоже сыграла как-то странно. Ну ладно. Возможно, надо как-то этим пользоваться, что я вот так вот фигурки ставлю. Вот. Так, если сыграю... Ну, видимо, вообще чуть ли не единственный ход, конь b5. Ой, конь b4. Ой, что-то я прям не очень много трачу. Я как-то так погрузилась в позицию с головой, что-то задумываюсь. Такое нельзя себе позволять. Такой роскошь. Так. Пешечек, конечно, сдвоенная, но... А что поделать? Нечего, нечего. Так, это было вполне ожидаемо.
по времени, конечно, я что-то жестко проигрываю. Даже вообще глаза просто разбегаются, не понимаю, что делать. Так, ладно, сходим так. Я вообще не знаю, правда, зачем, в чем здесь идея у меня. Но вот видите, что-то я отдаю. Зачем? Ну, посыплюсь. Тут я уже посыплюсь. Шашильда. Отошли. Подключу камеру, как только поставлю, чтобы комфортно было. Так, съела. Но бить-то надо. В любом случае. И может, он как-то будет усложнять, оставлять фигуры. Не знаю. Так, нет, не стал. Ну, времени-то мало, у меня нет, что-то надо же делать. Так, обратно. Хочу двинуть Е3. Вот, как бы есть такое желание, есть такая идейка. Ладно, я, наверное, и на ничью буду согласна. Я как-то не особо, да, сейчас горю желанием как-то выделяться, вот, сразу с победы начинать. Ничья тоже нормально, это не проигрыш, как бы очки какие-то есть, результат какой-то есть, так что сойдет. Так. Лиза красавица, спасибо. Большое спасибо. Так. Чтобы сыграть-то... Давайте Е4. Блин, если я сейчас... А, не, я буду так нельзя играть. Ну ладно, получается. Сейчас дракон у нас будет вообще. Почему-то в последнее время против меня стали часто играть дракона. Я не знаю, с чем это связано. Но, видимо, дракон — это какой-то сейчас вот прям супер популярный дебют, потому что раньше против меня так часто не играли дракона, к сожалению или к счастью. Тут я, кстати, H3 везде играю, не играю F3. Я не знаю, есть ли такая теория или нет, но я в основном играю таким вот образом. Так, наверное, ферзиком мы пока что на D2 поставим. Вот, так, и тут... Ладно, просто отойду на А3. Конечно, надо было сначала А3 играть. Я сегодня утром тоже, когда играла везде А3, а сейчас какую-то ерунду творю. Вообще непонятно, что делает, что творит. Так. Подвели ладью. Так, может еще ладью подвести? Не знаю. Ладно, давайте. B3. B3, конь D5. Может,
что-то интересное получится. Хотя он может как-то сейчас ладец 5 сыграть, у него будут какие-то вопросики, проблемки. Нет, смотрите, он так не играет. Все вообще без часа красавец. Большое спасибо, мне очень приятно. Вот. У меня раньше была проблема с комплиментами, я их все никак не могла принимать, и сейчас, пожалуйста, как бы говорите мне комплиментов еще больше. Вот, я все принимаю. Все комплименты. Так, решили меня подрывать. Решили меня подрывать. Может, я вообще поверю в свои силы и начну проходную? А, нет, вот видите, не дает мне проходную сделать. Стоит ли здесь меняться или не стоит? Вот в чем вопрос. Окей, двинула вперед. Так, ну мне надо, наверное, наваливаться как можно скорее. Сейчас, так, так, так. Сейчас бы вот эту вот связочку бы пешек как-нибудь вот так вот организовать бы. Так, ну вперед надо. Хотя вообще не обязательно было вперед сразу двигать, но ладно, как бы двинула и двинула. Конечно, не очень так делать. Нехорошо. Так, подвела ладью. Подвела ладейку еще. Еще вообще куда-нибудь надо что-нибудь подводить. Так, наверное, пока что сюда поставили ладью. Вроде как, пока что не нападает еще на пешку. Нигде и никак. Вот. Опять, конечно, я ладью не поймаю, но могу строить какую-нибудь заварушку. Так. Подвели ферзюку. Сейчас надо где-то H4, H5 двигать. Типичная идея. Так, он хочет нападать. Он хочет нападать. Ну, я, допустим, типа защищаюсь вот так вот. Так. И чё?
Так напал. Ёлки-палки, снова времени мало. Так. Че это плют? Надо было опять двинуть сразу. Че-то я творю не то вообще. Вперед. Так вот. Хотя, может, опять все же было лучше. Да, так. Ладно, пешка съела. И чё, так. Блин, вообще не то, чё творю, вообще не пойму. Плохо. Стояла, конечно, абсолютно выиграна, получила абсолютно проиграна. Логично. Не то слово. Так, видимо, пару ладеев надо будет разменять. Чё, вообще две пешки проиграл, даже не одну. Она не сдалась. Надо как-то побыстрее. Надо как-то быстрее играть. Что-то медленно играю, долго думаю. Ты разговариваешь как дед. И чё? Ну как дед, могу себе позволить. А чё, деды плохо общаются? Деды прекрасно общаются, я обожаю дедушек. Великие люди. Если бы не дедушки, как бы мы вообще сейчас жили бы? Так что не надо ничего тут говорить, ля-ля.
Теперь надо слона как-то на более активную позицию перевести. Переведу-ка я его. А, ну сдался человек. Спасибо большое. Да ладно, господи, я даже не обижаюсь на такие комментарии, там, кто как считает, там, как их комментировали, еще что-то. Ребят, господи, я вообще спокойна, как, не знаю, как вода в море. Че, блин, может попробовать сейчас на секунду, просто на секундочку чекну вообще. Так, давайте возьмем берсерку. Так, чисто по фану. Так, ну чувствуется, что человечек мне это сейчас флаг будет рубить вообще. Вот, начинается вот эта вот рубка флага. Но зато, какой мы сейчас получим контент. Какая сейчас будет вот интересная партия. Как бы мы в преддверии вот этого чувства азарта и что-то... такого необычного. Ну, ждем. Ждем, когда мне соперник удивит. Пока что, как я понимаю, за черных я получила нормально. Опа! Жертва. Жертва за белых. Итак, что они нам приготовили? Опасно. Да, сейчас главное, чтобы еще мат мне не прилетел. Вот это вообще будет круто, если мне он не прилетит. И чтоб я еще пешек немного отдала. Вот думаю, сыграть же мне надо Е6. Я что-то тупанул, не сыграл Е6. Почему? Непонятно. Так, ладно, все. Собрались. А чё я... Опа, меняться. Давай, давай, меняться. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, подвели. Надо еще где-нибудь Е6 вообще двинуть. Так. Оп. Опа. И что это? Так, и что мы видим? Нам отдают все? Это типа такой пранк? Или это такой прикол? Напишите в комментариях. Угу, блин, чуть в один ход не отдала, супер вообще. Закрыли. Подвели. Посушить. Шах. Съели. Шах. Отошел. Так. Опа, разменялись. И съели. Чем там съесть-то, я не понимаю. Съели ладей. Не, если сейчас двинет какую-нибудь пешку, то там уже просто ладей же один. Так, все. Привет, Евгений. Вот. Спокойно, как дед? Да, спокойно, как дед. Так, здесь я уже с таким опытным человечком играю, но все равно. Так, что мы вообще тут имеем в нашем дебютном запасе?
Так, таких вариантов я не знаю, но могу сказать одно, что я не... думаю, это сейчас какая-нибудь славянка будет. Это даже не славянка, ребята. Самый сильный противник, с которым я играла в клубе. Кстати, хороший вопрос. Самый сильный. Вообще без понятия. Гореев. Не знаю. Ну вообще. В клубе. Ну, не знаю вообще, кстати, без понятия. Наверное, добро Владимира Владимировича. Ну, Джейм Хаммер, как бы вот. Он, да, вот он. Играет в шахматы круто. С кем я еще играла в шахматы? С этими братьями, это как называть-то? Забыл уже. Ладно, потом как вспомню, скажу. С кем бы выступал Гроссов, я бы хотела сыграть. Блин, честно, очень хотела бы сыграть с Грищуком, потому что я, ну, на 100% уверена, что он меня снесет просто как дитё малое. Но вот знаете, как бы вот даже вот я буду рада, если вот он меня обыграет, потому что, ну, вот как бы это великий шахматист, великий человек, и его стиль игры как бы это уже нечто. Вот. Вообще еще бы я бы хотела бы сыграть с Найджелом Шортом еще одну партийку, потому что я помню, когда я играла с Найджелом Шортом, у меня стояла вполне игровая позиция, но мне не хватало опыта, не хватило опыта как бы как-то дальше играть с ним. Вот, а сейчас я вот внутри себя чувствую, чтобы, ну, вот я внутри себя чувствую, что вот, блин, я бы вот с ним бы сыграла, с Найджелом Шортом. Самые быстрые мозги на Диком Западе. Не знаю. Я не знаю, где живет Хикару Накамура, но мне кажется, вот у него самый быстрый мозг. Вот, кстати, с Хикару Накамурой я бы с удовольствием вообще сыграла. Я считаю то, что вот Хикару это, в принципе, просто бог онлайн-шахмат, как бы. Я не знаю, кто вообще когда-нибудь сможет его превзойти. Просто вот как бы. Сколько должно пройти поколений, чтобы вот хотя бы просто дорасти до его уровня? Вы просто, вы даже посмотрите его партию против Магнуса Карлсона, когда они играли чемпионат мира по пуле. Вы просто посмотрите, как Хикару, не знаю, просто морально сносил вообще Магнуса, и это было просто великолепно. Мы когда с Джейм Хаммером как раз сидели, смотрели, я вот прям была на седьмом небе вообще от счастья. Вот посмотреть этот матч и вместе с Джем Хаммером. Пинкамина, она сейчас гуляет, как бы ребенок, ребенку что нужно, правильно, воздух, гуляшки, подружки, вот, поэтому она гуляет. Вот. Так, а я постепенненько начинаю наваливаться на пешечку Б. 7. Вот. В надежде, что что-то перепадет, и я, может, выиграю эту пешку. Так. Ну, а мне, видимо, соперник хочет поставить мат. Что тоже очень интересно. Да, это было ожидаемо.
Вот я еще хотела узнать, вам не слышно, как у нас там асфальт делают? Просто мало ли вдруг вас смущает этот звук, я вот тогда окошко закрою, вот. Вы напишите в комментариях. Вот. Сколько тебе лет? Я еще молодая. Мне 15. Но в сентябре мне уже будет 16, так что, если что, готовим свои, как бы, поздравления. Вот. Будем тусить, отмечать сейчас. Еще если я выиграю эту партию, вообще будет супер, а то я играю против рейтинга 2000, и я не могу выиграть. Меня это немножко напрягает. Даже шашлык бы не дал. Вообще мат мне в ногу просто хотят поставить. Конечно, понятное дело, что денег я тут, грубо говоря, профукала, но мы будем верить в лучшее. У нас есть надежда. В клубе Chess Fight Night не только турниры проводят, но и там проводят шахматные занятия, как раз Джим Хаммер, Добров Владимир Владимирович, гроссмейстер. Он там проводит занятия. В эти группы также хожу я с младшей сестрой. Вот, так что, если кому интересно, вы можете записываться. Там очень интересные занятия, очень много информации, очень много чего интересного. В принципе, можно узнать о шахматах, чем-то поинтересоваться, узнать. Так что, в общем, кто хочет, приходите. Будем всех рады видеть. Так что вот так вот, ребята. Так, а тут какая-то такая интересная идея из-за черных. Ладья Е1, король H2 и ладья D1. Ферзя... А, чё, ничего интересного, я там просто ферзь был очень шагом. Так, меняться мой соперник не хочет. Ладно. Ну и ладно. Так, видимо, в эндшпиль сейчас пойдет. Пошел в эндшпиль. Напала. Так, ну ничья у меня есть в запасе, хотя, конечно, хотелось бы выиграть. Сожрали еще. Сожрали еще. Шах. Ой. Мат. Просто в соперник мат зевнул, вы представляете? Кому лучше пойти с нуля? С нуля? Ну, как бы в нашем клубе Добров еще проводит занятия лайт, но там, конечно, надо иметь какую-то базу определенную. Вот. Ну, хотя бы знать, как передвигается фигура. Вот, а там уже разбирают какие-то дебюты, какие-то задачи. Вот, вообще, я думаю, что можно в интернете спокойно научиться играть в шахматы. Если вы хотите тренера нанять, то наймите тренера. Вот, занимайтесь с ним шахматами. Так, какие-то... А чё ты? Я же против 1700 играю. Чё это не взяла-то? Берсерк, блин, что-то я вообще тупанула жестко. Отошли. И сейчас как? Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. А что это такое вообще? Как-то так на нас навалились. Так, ладно. Будем сейчас что-нибудь придумывать интересненького. Так, ну я съела. И что тут страшного? Переводим коня. Я вижу слабое поле.
Я иду к этому слабому полю. Мне не страшно. По полям. Синий трактор едет к нам. Так. Ну, вообще, поле F5 просто вот роскошное. Не знаю, вот мне кажется, о таком поле просто мечтал бы, ну, вообще, каждый шахматист. Вот когда соперник дает такое сладкое поле, такое форпостное прям. Вай-вай-вай. Одним словом. Почему Хикару тогда в классику играет не очень? Потому что... А в смысле, почему? Почему он плохо играет в классику? Ну, потому что человек специализировал себя изначально на быстрый контроль в быстрых шахматах. Ну, быстрые шахматы, блиц. Вы просто посмотрите, как бы, как он быстро играет, как у него мозги быстро работают. Ему эта классика вообще не нужна. Его мозг был создан для того, чтобы творить красоту за доли секунды. Вот. Зачем ему, блин, эта классика нужна? Она ему не нужна. У него есть уже вот его как бы зона обитания ческом, где он вот это вот все делает. Это же вообще крутяк. Вот. Я обожаю Хикару. Вот. Можете потом скрин сделать и отправить мне сердечко от меня. Вот. А мы идем в атаку безбашенно. Ничего не боимся. А то что-то как-то соперник зажался. Так, ну я съела. И... Чё, он сейчас мат-то где-то должен прилететь ему. Маток. Все, отлично, закончилась партия. Я сейчас поставлю на паузу и буквально через секунду появлюсь. Вот. Все, не прошло секунды, а я уже тут с вами. Вот, конечно, я Усейн Болт. С такие виды красивые в Москве. Прям вообще красота. Жигалка КМС. Под музыку поиграть. Вообще под музыку очень классно играть. Обожаю. Берсерк берет. Ух, ух, интересненько.
Че, разве так можно играть? Ну, съела. Ёлы-палы! А он пешку не взял. Что творится за доской? Что творится? Просто пешку на f6 не взял человек. Странный, конечно. Так, ладно. У нас, конечно, все вскрыто очень сильно, но... А что поделать? Я будто пульку играю. А по факту, да, пульку играю. Так, так. Жень, шпилёк-то почти. И чё-чё-чё делать? Да, чё-чё-чё делать? Напала. Шашок, да, шашок. Шашок. Нормальный прям такой шах. Что это за ход такой? Блин, он сейчас на g6 сожрет. Ёлки-палки. А нет, он не съел на g6. Да. Нет, нет, он никак хотел сыграть, блин. Так. Это же он плохо сделал. Так, собрались. Так, так. Шах. Так, ёлки-палки, куда он идёт-то? Уйди отсюда, пожалуйста. Никто не звал. Я не звала. Напала. Съели, съели. Что он хочет? Куда он идёт? Отошла. Вперёд. Вперёд. Отошла. Так. Так, вперёд. 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 Шах, ферзь. Съела шах. Блин, так нельзя играть так. Шах. Ух! Показала силушку богатырскую. Фух. Да, я вообще как могу. Мат в один ход найти. Мат. Ладно, я думала, что это шах на самом деле. Я не понимала вообще, что это мат. Но я вот вижу, король запатованный стоит. Но не могу же я поставить пат. А у меня в последнее время проблема, я стала постоянно паты ставить. Пат, 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 пат. Я подумала, ну пора бы уже, ну это, ну... Хорошо сыграть. Вот. Ой, против Гудвинка играет. Тоже берсерк берет. Ну ладно, я тоже возьму берсерк. F4 первым ходом. Вот так вот. Удивили. Блин. Я не так сыграла, как хотела. Ладно, зато что-то интересненькое получится. Так, конечно, такая структурка за белых не очень. Надо было G, конечно, бить. Но, ну а что мы можем поделать? Сейчас. Здесь нужно аккуратненько. Отошли сюда, шах, так, нормально. Блин, я не могу вспомнить, вот Гудвинг, если это тот, о котором я думаю, то это вообще легенда шахмат. Сейчас он, что он хочет? Я не успеваю башкой проработать. Ладно, фиг с этим полем f4, я уже поняла, что я его отдала. Вообще не вижу ходов, ребят. Так. Быстро играет, блин. И как вот он так быстро посчитал, что он остается, и вот у него все нормально по материалу. Как у него так мозг работает? Что у него с мозгом? Это если что, было не обзывательство. Съела. Отошла. У меня вообще самая проходная. Опа. Так, отфиксировали. Let's see all
Designer. Так. Ну куда ж ты меня шахуешь-то? Ёлы-палы, ну что творится-то с доской? Да не хочу я с тобой меняться. Блин, я думала, шах вообще дала, ну вот, вот ужас. Никуда партия ушла просто. Все. Уже по ячейке все было. Что вот это вот терпеть могу, когда ты играют? Там тут какую-то абракадабру и все. И живу спокойно. Че, он просто пешку в один ход не съел? Бывает, не видит. А чё тут такое? Ну, если я съем пешку, и что? И что? Классная музыка, но она надоела уже. Нет, я не хочу вот эту, а хочу свою. Так, ну, маркировочку уши. Что он думает-то? Блин, вот сдвигать ему F4 или не сдвигать? Ну ладно, задвинь. Белые поля, конечно, свистят сейчас. Просто ужас. Но мы за то, что сделали, напали. Вот. Так что радуемся жизни. Хоть где-то напали. Блин, вот так сдалось. Как это вот хрень начнется сейчас? Вот пропущу какой-то ходилик, вот единственный, блин. Bad move, bad move. Зашибись просто, вот ну что творю вообще?
Как бы его обмануть-то? Разбал, прессия, мистерами. Я за дискутер. Даже Бильза и мастер-класс. Самый баланс. Ой, тяжко-то как жить. Если я вообще сначала нападу, он нападет тогда в ответ. Ну, съела, допустим. Газбол, трясти, не тряни. Ой, как неприятно-то вообще. Больно прям сердечко. Ну, отошла. Хотя, блин, на Е6-то надо... Не на Е6 надо было. Вот одним ходом испоганила всю позицию. Никогда не отдавайте сопернику поля. Начнет как этим, как по полям. Как синий трактор едет к нам. И все. Ой. Просто сейчас F3, да, и все. У меня все. А я все. Ну, кстати, прошу заметить, у меня еще лишняя пешка присутствует, как бы. А, и сейчас он просто вообще на G7 как разменяется, потом на G4 отожрет и во. Нет, он так не играет. Он оставляет напряжение. Все. Вообще плохо-плохо. А я вообще... Ничего, вот как мне, блин, сейчас играть? Никак, блин, все. Проиграла очень тупо вообще. Просто безумно тупо. Взяла, просто поля отдала и все. Вот просто вот конченая партия. Не стояла выиграна просто. Вот кто меня просил от этой F4? Причем я понимаю, что F4 отвратительный ход. Но все равно, блин, делаю.
Что ж начинается-то снова? Не зашибись. Да, конечно, мат мне давайте еще и детский влепите. Крутяк. И вот я даже вот просто принципиально берсерк возьму. Один-один. Я запомнила вот этого соперника. 1-1 счет. Вот как бы... Я без всяких. Просто 1-1. Я просто стала сразу слушать группу «Серебро», и я просто понимаю, что как бы... Это группа на самом деле. Кому нравится группа «Серебро»? Вот я относительно вообще недавно для себя их открыла. Там, наверное... Неделю назад, две. Реально, девчонки-то прикольные. Ну, алло. Давай. Играем. В шахматы. Ух. Я перепутала. Думала, что любовь. Исключение из правила. Я перепутала, думала, что любовь. Вообще, напишите, вообще, в принципе, напишите, какая вот у вас любимая песня или группа. Мне кажется, ну, как бы, это очень важно. Вот, мне просто очень интересно, вообще, что слушают фанатики шахмат. Просто я перепутала, думала, что любовь, и сказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь. Исключение из правила, я перепутала, думала, что любовь.
Оказалось неправильно, я перепутала, думала, что любовь, исключение из правила. Ой, нога-то как хрустнула. Все, уже старею, ребят. Фаталити уходит на пенсию. И тормоза. Машину, не смотрю назад. А если промежуточный шаг дать бьет, бьет. А дала шаг. И потом съела. Интересненький мув. Но съела и как двинулась вперед. Жух. Блин, там солнце 6, ход неприятный-то какой. Можно и фигуру потерять. Не сыграл так. Хочет мне мат поставить. Напала. Уже фиг с этим слоном. Просто вот уже как-нибудь. Так. Тут. Значит, так. Зачем, блин, он же разменяется тогда просто. Ёлы-палы, что творит? Так. Ну, пешак вперед ведем. Блин, просто ладью отдала. Ну, елки-палки, ну сожри ты эту пешку b4-то, ну что ты творишь? Блин, просто сожри эту пешку b4. Эту позицию еще катать и катать. Еще выкатать можно, блин, спокойно, ладьи по 7 вообще поставила и вырубила. Я так хотела, блин, за тройку побороться. Я упала. Берсерк. Блин, я знаю, что это сам вал, он играет до конца, но мне уже фиолетово вообще. Мне уже все равно. Я играю так, как я хочу. Сейчас в атаку еще пойдет. Вот я в этом. Нет, не пойдет в атаку. Ну и ладно. Сейчас, блин, найдется просто мат какой-нибудь. Удивительно, что он не нашелся пока что. Так.
Мне казалось, у меня лазейник там был похуже. Ну ладно. Мне это уже не волнует. Так, конечно, поля свистят. Ми-ми-ми, only ми-ми, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Что он хочет вообще от меня? Как горели огни, я любил умереть. Нам было хорошо, но... Нежная, обними, нежная, опять. Руку возьми, чтобы вместе упасть. Какая дура, господи. Как можно было такую ход зевнуть, ёлки-палки. Ужас вообще. Что ж творится-то в шахматной карьере, непонятно. Уже все равно, уже просто со всеми возьму берсерк, с кем не лень. Теорию тут вообще не знаю, абсолютно. Конечно, я опять мою руку возьми, чтобы вместе упасть и в объятиях твоих. Так хочу я дышать, не могу без тебя, не могу ждать. Я схожу с ума, мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама, мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Я схожу с ума, мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама. Мне мало, 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 мне мало, мало. Да, конечно, ужасненький ходик я сделала. Мало тебя, я слышу. Ну куда вот? Ух ты, пух ты, вот это мув. Да, я сушила, я знаю. Ну и что? Блин, вот это страшно, кстати, все выглядит.
Ну куда вот мне мат-то ставить? За что? Вообще за что меня обыгрывать? Я не понимаю. Вот я ж кому-то что-то плохое сделал. Проиграйте мне, пожалуйста. Блин, сейчас еще мат какой-нибудь схлопотаю. Это будет плохо. Опа, шах. А где прошла ты? Почему я слона в один ход вообще не съела? Ёлки-палки. Играла волна и все цитаты. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Где этот, блин, мат? Хоть на час выйти из системы. Ты теперь сердце джентльмена, тебе не я. Если я сейчас эту партию не выиграю, я вообще не знаю, что сейчас будет. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна, играла волна, и все цитаты. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна, играла волна. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. И вот уже не факт. Ты мой человек, ты пришла, ты. Там упала звезда, там все... Ой-ой-ой, кудыбнем, блин, снова. И все цитаты я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Там упала звезда, там светила луна, и играла волна. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Вперед надвинули. Опа. Не нравится мне это. Люблю наши летние листья. Блин, вот на Е6 отойди конём, куда ты отходишь? Я держу последний вечер, вечно жду. Сапа удавила высинка, полюбила высинка. Нашла, как бежали до берега, высоко, там сутки двоедушно. Полюбила пацана. Танцы, мы устроим танцы, ты такая. Крутишься в пространстве, но на миг глаза. Танцы, мы устроим танцы, ты такая классная. Крутишься в пространстве. Хочется влюбляться, завтра не настанет. Блин, он просто сносит вообще. Так подобрался. Опа! Нет, блин, не опа вообще. Не будет овации. Блин, ну проиграй ты мне уже хоть когда-нибудь. А.
Ну, сама же пришла туда зачем-то. Разные танцы, мы устроим танцы. Ты такая классная, крутишься в пространстве. Блин, ладно, 15 секунд, он еще 100 матов поставит. Ладно, сейчас хотя бы просто из десятки бы не выйти, я уже об этом молюсь. Ну, ёлки-палки, зачем вы играете вот сразу в этот тэш, блин, переходите? Вот вам самим разве нравится такое? Фантастически играет соперник. Вроде где-нибудь прорвусь вообще в этой партии, не знаю, хотя бы в жизни. Он просто вообще все закрывает, он никаких надежд не дает. Никаких. Ну, что-то по времени, блин, давит. Съела. Съел. Отошла. Так. Хоть какую-то, блин, фигуру активно поставить хочу. Так. Что у меня есть? Хоть где-нибудь, блин, шанс. Уже все равно вперед. Все вообще, что можно вперед двинуть. Сейчас, если я съем так просто. Так, съела. Так, так, если так, съела. Так, так. Что-нибудь. Так, так. Так. Нет, это я должна успеть выиграть. Так, ладно, уже с этим все равно.
Блин, серьезно, ничью предлагаешь? Мне соперник предлагает ничью. Поставьте ему жалобу кто-нибудь. Вообще ужас просто. Юрий, это вот вообще... Это без комментариев, Юрий. Не-не-не, у меня еще 6 минут турнир идет. Представляешь, играю против человека, у меня лишний ферзь, он мне предлагает... Ну все, у него вообще нет фигур, он ничью предлагает. Его ман дохода. Юрий, 1700. Да, дерзкий Юрий. Ну дайте мне человечка-то какого-нибудь-то уже. Снова этот, блин, сам был. Уже все равно. Он сам был, видимо, других ходов не знает, кроме F4. Будем играть в радостные шахматы с Самвелом. Чё он думает-то? Чё ты думает-то? Ходов, что ли, много? Тур ту 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 ля 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 ля. Так, так. Сейчас слушать, слушайте, он мне вот прям, знаете, он мне жизнь облегчает. Ну, посмотрите, он своего коня, просто великолепного коня разменял на мою ужасную фигуру. Кстати, сам Вэл-то тут неплохо двигает фигурки-то. Ой-ой-ой, это ж неприятно вообще-то. А, когда-нибудь я выиграю с собой с берсерком. Конечно, забавно. Так, ну тут эти-то надо мне. Теряла интерес со мной, я хочу стать этот день вчера. У меня... Ужас вообще, ужасный ход. Отврат просто, девочки.
Вот всегда знала, что сам был такой человек, который будет рубить флаг. Почему-то вообще не сомневалась в его способностях. Вообще без комментариев просто. В общем, закончилась турнирная жеребьевка. Что можно отметить? Турнир, в принципе, ладно, относительно не так ужасно прошел, как я думала. Вот. Так что всем большое спасибо за то, что были со мной на протяжении всего этого турнира. Значит, почитаю комментарии, что ли. Да, фаталити читает на чат. Вы пытаетесь произвести впечатление на молодых игроков одежды во время матчей? Нет, никогда таким не занималась. И, честно говоря, не особо понимаю людей, которые пишут комментарии, когда приличное количество людей пишут в комментариях под моими видосами. Вот, фаталити там специально играет в топиках, чтобы вот отвлекать как-то соперников. Но это не так, как бы. Я живу в свободной стране, и я одеваюсь так, как я хочу, так, как я себя чувствую в этот день, так, как мне комфортно. И если кому-то не нравится, как я одеваюсь, или, не знаю, пишут что-то типа, вот, как-то слишком вызывающе выглядишь, то, в общем, мне не интересует. Вот. Ну и, в общем, я в десятке, в принципе, как бы, в общем, ничего такого особенного, но что хотела отметить. Было сегодня очень много интересных партий, таких захватывающих. Так что всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.